Таймер я запущу чисто по приколу. Так, короче. Хорошо, здорово. В общем, мы идем за удочкой, которую мы не подобрали, удочка 5-го уровня. Нам нужно в Тунлан. Тунлане мы идем во дворец, падаем там в яму. Вот здесь. Вроде бы. Короче, два места. И здесь где-то должна быть удочка. А, вот и она. Теперь мы можем пойти вылавливать из колодцев предметы. Сейчас мы оденем сразу удочку 5, приманку. И полетим к первому попавшемуся. Ну, наверное, мы прилетим в самое начало, вот самое начало. Будем кусочками обследовать. У меня не записаны все места, где есть. Эти колодцы, вот, например. Да. Но я не догадался, потому что я вроде как там обыскивал под одним или там парочкой сундуков. Ничего там не было. А тут нужно было нажать. Вот, драконий меч. Мы выловили. А что будет, если повторно ловить? Все, больше видим ничего. Драконий меч нужен для того, чтобы попасть в отдельную штуку, где нас, по идее, должны главного героя прокачать. Но мы можем, наверное, все обследовать тут. Потому что тут еще 4, наверное, или 5 колодцев я видел. Привет, Холли Мувис. Мое уважение. Гиперуважение, вот, помню. Вообще, на мой взгляд, достаточно глубокая игра. И вот здесь где-то колодец должен быть еще. Хорошо, настроение. Вот колодец. Слэб. Что такое слэб?
где мистическая вода лежит, суперсила спит. Это просмотр видосиков был, да. Так, это мы вылавливали. Окей, давайте правую часть обследуем. Достаточно много здесь свободного места, но вроде... Колодцев здесь не очень много. Так, драконья что-то там. Красочные игры несложные, но красочные... Короче, игры несложные, но красочные — это Disney в основном. Типа на Денди, на Сеги, там, Аладдины всякие. Но это, наверное, очевидный вообще ответ. Так, что-то тут осталось еще. То есть это изи, вот Аладдин, Король Лев, я не знаю, всякие Чип и Дейлы, но это ты и так, наверное, знаешь. Самые прям комфортные, простые игры, наверное. Так, это мы посетили. Три колодца уже найдено. Ну да, черный плащ. Микки Маус сеговские хорошие. На Master System даже Микки Маус хороший. Тут где-то испытание должно... Ну... Можем, наверное, сюда пойти сразу. Ну там есть про Микки и Мини игры, вот они проще и тоже красочные. Нет, это не Final Boss, это улучшение для главного героя. Что Marble 2 делает? У нас был Marble 1 и Marble 3. То же самое, что и Marble 3 или 1, я путаю. Еще есть одно такое место, еще несколько
Колодцев у нас не обследовано. Привет, Тимур. Наверное, дракошей будет быстрее. Да, ну не перепроходим, нам всего лишь нужно загрузить было сохранение и сделать то, что мы не сделали. Давайте съедим что-нибудь. Какой-нибудь арбуз. Нет, это испытание для главного героя. Для его улучшения. Тренировка завершена. Что нам дали? Угу. 4 формы драконов добавилось. Вот, есть еще одно такое место, но там нужна еще какая-то какие-то куски драконьей фигни. Привет, Unlimited Зелебоба. Зелебоба вроде. Ну, не важно. Я прошел на плохую концовку, потом еще прошел одну игру, а потом захотел тут в конце загрузить сохранение и пройти на хорошую. Для хорошей мне нужно выловить из колодцев предметы и пройти испытания тут какие-то. Я точно 100% не знаю, но я знаю, что это с этим связано. Так, здесь мы ловили. Вот сюда еще нужно будет прийти. Так, где колодцы?
Ну пока. А, вот. Пока что это. Этот вопрос. Я всего сколько? Два раза отвечал. Думаю. Пока что он мне не надоел. SH. Это щит. Ух, защиты вообще прибавилось. Нам бы где-нибудь сохраниться на случай непредвиденных обстоятельств. Мотки дракона позволяют пройти в места, где ты откроешь новые спеллы, грубо говоря. Так, они не помогут здесь. Потому что в одном месте мне нужен был меч дракона, а в другом, по-моему, броня дракона. Броню дракона мы еще не нашли, кажется. Да, вон броня осталась только. Все остальное у нас уже есть. Еще там вон какую-то суперсилу можно получить, судя по табличке, которую мы выловили. Возможно, это как раз то, что нужно. Там есть подсказка, типа про это. В подсказке написано, что типа суперсила тебя ждет в Ultimate каких-то Mystic Waters. Там, где какая-то странная вода. Мне вот осталось только броню найти. У меня, кстати, было записано несколько колодцев. Даст Аури и Ток. Или нет? Да. Или нет? Нет. Ты не начало, верх и правее. Вот что у меня записано. Как-то так себе записано. Не координаты, в общем. Думаю, мы еще один где-то колодец профакапили. Здесь мы были, да? АР Pixel H. Привет, любитель. Нет, работа будет в пятницу. Так, вот это, наверное, самый первый колодец, который мы посетили.
Ну мы все наблюдаем, найдем. Ищем колодец. Колодце, нам нужно выловить броню дракона. Сейчас я полетаю еще немного, Pixel H. Визил Кри, понимаешь, это очень... Ну, короче, привет. Очень мне тяжело... Как это сказать? Короче, мне хочется ходить вроде как самому, но бороться с чатом каждый раз мне тоже как бы не хватает сил на подсказки, там, типа, используй этот удар, используй тот удар. Да, я им прошел. Здесь я не нашел, пойдемте справа летать. Здесь очень большая местность, практически пустая в конце. То есть вот в идеале, как я представляю себе прохождение, вот я чисто сел. Ничего не зная, там, может, прочитал мануал, разве что, и прошел игру там без подсказок, без спойлеров, без ничего. Но мне не очень хочется быть жестоким деспотом, который просто всех там банит или ругается постоянно на это. И в целом, то, что мне пытаются подсказывать, это меня несколько раздражает, но, короче, это сложная, в общем, история. Здорово, Боти, привет.
А этот же мы посещали, правда? Да, мне захотелось на хорошую концовку пройти просто. Нет, это не то. Да, тут несколько концовок. Мы получили плохую, потому что мы не нашли удочку. Мне хотелось этой игре больше внимания уделить, она мне понравилась. Mario Kart чего только не было, и это тоже. Pixel Edge, давай спойлер. Я не то ищу, я не там ищу. Сейчас можно. Руду сутками? Серьезно? Да, это мне не очень. Подожди. Это здесь утки? Или утки в другом месте? Они вроде в двух местах были. Ага, понял, да, понял. Давайте, кстати, сохранимся. Не, я бы сам точно не нашел это. Ну, может, надо почитать еще раз вот эту подсказку, которая на табличке была написана. Но там совсем не подробно. Там, где мистическая вода, суперсила спит. Офигенно. Да, будь согласен. Вот, мы собрали броню. Ну, я думаю, что вот в целом в детстве мало у кого были JRPG в РФ. Привет, Дворер. И типа... Ты, если бы в детстве у тебя был какой-нибудь JRPG, то можно было просто в него очень много времени играть. Здорово, бандиты. Привет, Прокси. Здорово. Бандит. Так, теперь нам где-то здесь. Сюда. У нас герой был слабым достаточно... Ну,
Короче, мы всю игру прошли с достаточно слабой версией героя. У нас не было половины форм. Золотого дракона давай. Сколько он будет фигачить? Крутой, смотрите, как классно выглядит. Кажется, он не для того нужен. По-моему, это как раз для финала нужно. Того, что я чуть-чуть себя спойлернул. Давайте другого дракошу сделаем. Блд Драгон. Мне кажется, это отругательство сокращения. Ну чё-то так себе бьет. Ну криты нормальные, достаточно прилетают. Ну вот типа того прокси, да. Моя тренировка завершена. Ничего мне дали. Рудру мне дали. Ну, сейчас мы сохранимся перед финалом. И там где-нибудь посмотрим по дороге, что такое Рудру. Про то, что это не все Pixel Age. Воду искать. Окей. Я вообще сам-то смогу это понять? У меня в записях что-то интересное. Не, нифига у меня нет. Помнить сюжет. Так, если я вспомню сюжет с самого начала. В начале пришли плохие темные драконы, чтобы нас победить.
Наша сестра пошла одна с ними разбираться, нас превратила в камень. Потом мы пошли наверх, от начала карты, взорвали город. Где тут? Вот мы, там начало, потом мы идем сюда, тут освобождаем замок, идем сюда. Вот тут мы разрушили город, потом... потом мы пришли сюда, помогли... девушке с крылышками где-то здесь. Потом нам дали возможность пройти по этому мосту. Пошли в лесу. Тут что-то кого-то спасли вроде как. А, я не помню точно, что там в лесу было. Вот здесь мы пошли голема завели. Но противник им в какой-то момент воспользовался, уничтожил правую деревню, они живут в левой теперь. Что тут еще было? Ничего. Потом голем пошел сюда и проход нам сделал. Тут феи, с которыми я не знаю, что делать. Возможно, что-то с ним можно сделать. Так, что потом? Потом мы пошли на юг. Сюда. Это золотой город. Я, правда, не помню, что именно там нужно было. Нужно было открыть сейф, чтобы спасти дочь там главаря их. Для этого мы пошли в соседний город, к ворам. Они нас отправили в крипт, в пустыню. Пошли в пустыню. Вот сюда. Достали там вора. Пошли обратно. Спасли там дочь. В том городе, вот в этом. Потом... потом что-то с кораблем, какие-то мутки были. Сейчас дай бог вспомнить. Или не потом. Не знаю. Потом вроде как мы пошли в океан. В любом случае. Под воду. Там мы нашли... там Мурлок пошел добывать скафандры, типа. А мы тусили на острове. Вот на этом. Мы пришли сначала в подводный город, нам сказали, что скафандры здесь, мы пришли сюда, получили какие-то товары, чтобы отнести в подводный город, отнесли, нам дали подводные костюмы. Так, потом... потом вроде как нам нужно было разбудить волшебницу, чтобы она нам помогла справиться с супероружием чувака. А, нет, сначала мы освободили кузнецов. Вот.
где-то тут их жен. Вот, они получили супероружие какое-то. И чуваки нам подсказали, что нужно вот разбудить волшебницу, которая у нас сейчас в пати. Может, кстати, это там, где она спала. Она спала вот здесь. Вот тут. Давайте зайдем на всякий случай. Там вроде было что-то по краям. Да, флешбеки сплошные. Блин, чуваки, я вас убил уже фиг знает сколько. И не могу убежать. Тут вроде короткая локация. Не, они не хотят убегать. Я этих существ с одного удара убиваю даже магами в ближнем бою. Но это похоже на воду, в принципе. Тут просто по краям были вот эти проходы какие-то странные. Или там выше. Может оказаться, что у меня вода в инвентаре, кстати. Мы там в какой-то момент набирали воду, чтобы вылечить зомби. Или типа того. Если бы я еще вспомнил, где конкретно. Сейчас я посмотрю. У меня в инвентаре действительно была какая-то вода. Вот это. И это вроде было в башне рядом с деревней зомби. Да, похоже, здесь нет ничего. Я до конца не помню, где я ее там набирал. Но вроде там не очень много мест в целом. Сама вода не нужна. Типа туда прийти надо. Ну тут сюжетная линия достаточно длинная, и в основном она завязана на то, что ты не можешь куда-то пройти. Тебе нужно что-то сделать с этим связанное.
Игра достаточно линейно построена в этом плане. Ну, видимо, нужно место, где я набирал воду. Так, мы можем протонуться в деревню зомби просто. Как бы я вспомнил, как она называется. Вообще, я думал, что табличка подсказала, где мне, что у меня уток нужно выловить. Но вот сейчас здесь проход открылся, вроде как. Это было закрыто. Снова. Мне казалось, что это закрыто было. Так, если мы получили от него табличку, что войти в вагу, значит вода не там была. Значит вода была в другом месте. Ну, кстати, я не открывал эту дверь. Он однажды знал старого человека, который мог магию использовать. Он, возможно, живет в Блике. Но это, скорее всего, для Пука. Подсказка. Но если вот говорить про то, что здесь в округе, то это вот это, скорее всего, хрень. Я не помню, где еще мог воду набирать. Пикселэйч, я хоть сюда пошел или нет? Чтобы мне лишний раз тут не гулять слишком долго. Или там непонятно до конца. Если спуститься под воду. Может, это пещера какая-то. Мне казалось, что в одном месте
пещеру я не мог пройти из-за воды. Я набирал, но я не помню точно где. LH. Может, это в пещере было. Какой-то. Я просто помню, было место, где мы не могли пройти из-за воды. Но когда я набрал воду, мне кажется, что там можно было пройти. И я там просто прошел следующую локацию. Ничего интересного. Но мне надо будет осмотреть пещеры, если здесь не будет ничего. Сундук какой-то не открыт. Ну, не думаю, что там что-то полезное. Короче, это не здесь. Пойдем искать пещеру эту. Анекдот. Буратино утопился. Ха-ха-ха-ха-ха. У меня есть одна идея. Нет, свою линию. Не у свою линию. Здорово, Килойс. Игра зависла.
Я это уже сразу вижу, когда достаточно долго экран загрузки идет. Уже раз четыре было. Но поэтому я сохраняюсь промежуточно. Потому что такие ситуации могут возникать. Еще и непонятно, это ROM такой или еще что. Я не помню, что в этой пещере было. Вверху общее время челленджа, внизу общее время игры. Вот так. То есть это не в рамках одного стрима, это все отдельно. Мне смс-ка пришла от Сбера. Куда выходить на работу и куда идти в первый день? В пятницу у меня первый день. Я думаю, когда количество часов перевалит за сотню, уже ни у кого не будет возникать вопросы. Ты чё, 100 часов стримишь? Типа того. Что такое куб-куб? Недавно был первый день, а это первый день вообще в другом месте. А, вот оно. Я думал, что я это в другом месте видел. И что вода поднялась тогда. И, короче, мне ничего не пришлось делать. Видимо, я профакапил и не записал. Я заиспользовал. Я выучил Агнием, но мне для этого нужно. Ого, какой. Для этого нужна помощь. Мистическая сила поможет тебе найти правду. Все. Ultimate Power. Все, идем в финал. Финалить. В Hollow Knight классная атмосфера, такая темная, на мой взгляд. Чем-то Dark Souls в этом плане напоминает. И очень много всяких секреток, интересных штук. Мне очень понравился Hollow Knight. На мой взгляд, это одна из самых лучших современных игр, в которую я играл.
Hollow Knight. Какая? Hollow Knight. Ну, Bloodstained, она повторяет уже проработанные идеи, на мой взгляд. Но она хорошая игра тоже. Привет, Силикейк. Здорово. Привет, Нафани. Да, тебе кажется. На самом деле я прохожу сейчас последний данж на хорошую концовку. Можно, кстати, попробовать. Могу ли я дракона заиспользовать? Огни вот я не могу использовать просто так. Ничего себе. Сейчас посмотрим, что он там жахает. Ужу. 320. Ну ладно. Но зато 320 по всем, похоже. Да с Пукой никто не сравнится. Пука тема вообще. Бомба. Так, окей. Этого чувака мне лень бить. Не выдают ничего, а бить его достаточно долго. Например, раньше было. Сейчас, может, уже не так долго. Но все равно. Но я не знаю, мне кажется, если хоть один раз не получилось убежать, то уж лучше его бить руками. Потому что как-то... Не знаю, не получается убежать, если один раз уже не получилось. Там вроде сундук есть, но, по-моему, там ничего интересного в нем нет, так что... Привет, Пентак. Доброе утро. Этот глаз опасный тоже. Сейчас где-то тут будет босс с големом, и потом... Еще.
погулять немного. Видите, у него ХП просто дофига. Опыта как бы как за тех, которых ты убиваешь двух ударов. Короче, и на нормальной концовке тут нормальный босс, крутой, а не девочка, которая ничего не умеет делать. Это не финал еще. Чем я там бил? Болт Икс. Но он магии лучше долбится, сколько я помню. Было бы удобно, если бы можно было запоминать последнюю использованную магию, чтобы не искать ее каждый раз. Но это уже так, мелочи. Привет, Громозека. Короче, на хорошую концовку я не знаю, как самому до этого догнать. Как понять, что нужно в пруду с утками половить? Непонятно. Остальное еще куда ни шло. Ну, удочку найти. 5 уровня.
Это автобоем, наверное, добьем его. Да, прокси, это, наверное... Ну, это спорный, короче. Прикол этой игры. Привет, Алекс. Хорошо. Сейчас пройдем на хорошую концовку тут. Совсем чуть-чуть осталось. Я помню, что я направо полетел. И это сработало. В общем, я думаю, что JRPG это какой-то не раскрывшийся пока для меня жанр. Но вот поиграв в эту игру, мне было прикольно. Возможно, этот жанр мне тоже нравится. Алекс, спасибо большое за хост. Ну вот, мне нравится здесь, что тут можно собрать какую-то супер штуку, секретку, чтобы открыть секретку. Ну, вроде в Chrono Trigger не было секретки, чтобы открыть секретку. Там в целом сюжет, путешествие во времени, там все прикольно в этом плане. Короче, это тоже не финальный босс. Блин, маны не хватает.
Где тут этот? Ну, Джокин, 100% я здесь не все открыл. Мне кажется, самое важное... Самое важное это... Как раз... Короче, вот есть две важных штуки. Это Пуку открыть сильного. И прокачать главного героя. Вот я главного героя не прокачал, а Пуку открыл. Сейчас лайф 2 заюзаем. Я вот когда в общаге жил, у меня был сосед, один из многих, юрист, Никиту звали, и сейчас зовут. Он мне научил термину одному, называется шептуна пустить. Вот это, говорят, можно и в людных местах делать, если аккуратно. Ну это юридический термин, мне кажется, да? Чем она может что-то усилить? Пуку разве что. Все-таки боссы жирнючие. Главное, да, ну это надо уметь делать. Выражение что напустить. То фонят, то шепчут. Блин, это просто жирный босс, который ничего особенного из себя не представляет. Я думал, что с драконом будет раскатываться проще. Ну, чуть-чуть быстрее, но не сильно. Радиационный фон.
Блин, 640 прилетает, а как будто вообще не потрогал даже его. Привет, Зубок Рыныч. У нас сейчас финал хорошей концовки будет. Только боссов осталось побить. Привет, Махнан. Был на плохую концовку, но мне хотелось добить тут этот момент. Состояние незаконченности было. Поэтому вот мы сейчас на хорошую концовку. Мы сделали уже все, что нужно, мы пришли к последним боссам. Осталось только добить тут. Мы сейчас используем M-Drop. Мне вот тут главное не переборщить. Потому что у меня вот частая проблема. Я когда что-нибудь прохожу, мне хочется все начать подобное проходить. И под конец, ну там, через некоторое время это надоедает в какой-то мере. Ты... Привет, чувак.
Он скоро отлетит. Отлетел. Идем встречаться с той же богиней разрушения. Надо только ману восстановить. И у главного героя тоже. В первую очередь. Там вроде первая фаза будет такая же. Что ты хочешь? Пришел сюда, чтобы получить исполнение желания? Нет. Тут чисто это избиение, она ничего не делает. Пойду, отойду на него. Я ничего не сделал, не бей меня. Я все сделал для тебя, пожалуйста, будь моим другом, давай. Используй магию Агния. Она проявит себя. Но я ничего не сделала. Она дурачит тебя. Она злая, но она прячет это. Не будь одурачен. Никак мне огни использовать. Пикселэйч, ты не знаешь? То я сейчас ее забью, и будет плохая концовка. Thank you.
Даю Pixel H. Я не могу огни Нет, самым первым мне не надо было, потому что она мне подсказку дала только сейчас. А мы сбежать можем же? Может, можно было как-то успеть превратиться до боя? Карни должен быть во фьюзе. Подожди, а это мы можем сделать, кстати. Не должен быть во фьюзе, и, наверное, он должен быть жив. Что-то ему трудновато выжить. Наконец-то. Привет, Черри.
Ну привет. Кто тут теперь босс? Вы не можете заставить меня сражаться, вы просто люди. Я вас всех уничтожу. Я не верю этому. Так, а мне что, опять нужно превращаться? В огни. У меня маны нет. Класс. Ну чё, у неё так мало хп? Богиня заинтригована, написано. Честно говоря, получить хорошую концовку не совсем тривиальная задача. И подсказок про это не очень много. Как превратиться в Агния, вообще непонятно толком. Там вроде кто-то говорил, что мне понадобится магическая помощь, я не помню по поводу чего. Ну как бы, что именно это значит? Я думал, что мне понадобится помощь моей сестры, что она будет здесь, я только в этом случае могу превратиться. Не понял с буквы ночи про энергию. А, ты про это? Лучше бы сделали у нее полоску ХП длинную. Да как будто нет полоски ХП, потому что не знаешь, сколько еще бить. Какой сложный бухой.
Да, потом Аладдин. Чтобы получить последнюю концовку хорошую, тебе нужно знать, где найти удочку или не пропустить это случайным образом. Я пропустил. Потом выловить в каждом колодце что-то. Потом пройти испытание. Но это, в принципе, все просто, там два испытания. Нужно знать, что тебе в пруду у уток нужно что-то выловить. И потом запомнить место, где проход к воде был. Я это профакапил. А потом еще прийти к финальному боссу и понять, как это так не использовать правильно. Типа нужно, чтобы Карн был команде, и он был, видимо, не замерзженный с другими существами. Нужно, чтобы у ГГ была мана, но это очевидно. Но тут, понимаешь, Прокси, тут такие слова, что нереально иногда понять. Наверное, с водой подсказка должна быть понятная. Ну, по крайней мере, вот удочка, это самое, наверное, стрёмное, что было. Вы не можете победить, люди. Это только временно. Я вернусь. Двигаться я не могу, если что. Нас спасли орлы. Я горжусь тобой. Я не знаю точно, как это привести в данной ситуации. Я обратил таблички на богиню разрушения. Ты и твои союзники завершили эту миссию легендарными героями. Это начало новой легенды. Я наблюдала за твоим успехом. И у меня нет сожалений в том, что я тебя покидаю. Подожди. Прощай. Ты сделал меня гордой, ты настоящий воин. Ниджокин, мне часто лениво с этим что-то делать. Вы хорошо справились. Я запомнил, что вы спасли мир. Это начало новой легенды, то же самое. Наконец-то это закончилось. Как раз вовремя. Все еще есть много работы.
Вы должны помочь тем, кто потерял много во время войны. Не можем ли мы сделать перерыв? Настоящие герои не заканчивают, пока не доделывают работу до конца. Мы делаем историю. Мы будем легендами когда-нибудь. Это так. О, и не забывайте, что вы все еще должны мне деньги. Опять своими деньгами. Это ли статус героя? Погнали. Нина, вы должны вернуться в замок. Король ждет. Все еще много работы осталось. Скажи королю, что я вернусь, когда закончу. Насчет хардмода с черным экраном. Есть хак Super Mario 64. Там последний мир. Там просто не видно препятствий. Не видно платформ. Нам нужно по памяти пройти последний уровень. Но они должны еще какой-нибудь показать, что вот сейчас там богиня такая, или что-нибудь такое. Ну чё, если выиграете, можете выбирать эту игру. Вторую. То есть вот где-то 2 часа мы потратили на то, чтобы еще хорошую концовку закончить. Причем без помощи не получилось бы. Про пруд с утками и удочку. Я бы не понял. Ну, в целом я готов, если кому-то интересно смотреть такую игру, то можете пробовать заказать. Я думаю, игра очень хорошая, но, конечно, не без своих моментов. Мне кажется, персонажи здесь какие-то безликие, про них истории как-то очень мало. Здравствуйте. Привет, Дэмиан. Интереснее, чем карате. Карате в целом меня скорее напрягло, чем я какое-то удовольствие от него получил. Потому что карате... О, как. Ради вот этой картинки стоило поиграть. Титры нормально сейчас будут. Английская версия. На Сеге и на SNES, кстати, вроде как есть карате. По-моему, на SNES. Мы же сначала открыли мануал к SNES-овской версии. Значит, на SNES есть. Спасибо, Магириана. Спасибо, Забукрыныч. Спасибо, Пентак. Спасибо, Дэмиан. В конце внезапное сообщение. Now try New Game Plus. Определенно, тут осталось несколько моментов, которые я не знал, как сделать. Это как открыть сундук, где все время говорят, что вор и сажает меня в тюрьму. И ситуацию с феями, что там они чувака заставили бегать по кругу, и что с ним сделать, непонятно. В остальном, кажется, не осталось прям чего-то такого, что
я хотел бы, наверное, знать. Или казалось упущенным. Спасибо, Тимур. Нормально все с сундуком. Мне очень понравилось, что здесь есть приколы с соединением персонажей вместе. В левом верхнем доме живет мама того самого мальчика. Вот оно что. А это про левый... Подожди, а это в каком... В каком городе это? Ну вот, видимо, они предполагали, что я буду делать все квесты и ничего не пропущу, и тогда у меня будут деньги на золотой слиток. Я вот это пропустил, и мне пришлось фармить. А сундуком что? Ну, кстати, здесь можно ожидать какое-то сообщение буквально через 10 минут. Я, наверное, не буду совсем закрывать это. Оставлю снайс включенный, надеюсь, не забуду потом глянуть. Спасибо, чувак. Просто в плохой концовке, как было, мы типа открываем рулетку, тут висит на заднем плане концовка, то конец, и там крутим, выбираем следующую игру, и потом видим, что внизу появляется какое-то сообщение, и читаем, и там написано, что это не настоящая концовка. Это меня, в общем-то, удивило. Что обычно, когда последняя картинка зависает, то она просто бесконечно висит, и больше ничего не дождешься. Не можешь ее никак пропустить, ничего с ней сделать. А тут сообщение с таймером. Это прикольно, по-моему. Кодзима гений. Так, что у нас Аладдин дальше? Нужно все обновить. Аладдин, по-моему, спишется с одной L и с двумя D. Я это долго запоминал. Мне все время хотелось с двумя L и с одной D. И у нас Алекс челлендж прохождение кучи ретро-игр. Я вот не знаю, стоит ли вообще куда-то вот это время записывать. Я запишу на всякий случай. 31.
И там определенный список платформ,